Ассаламу алейкум, Агаин. В эфире новости на Первом Карагандинском. В студии для вас работает Александр Крылов. Пассажироперевозчиков обязуют повысить качество предоставляемых услуг. На руднике Казахмыс травмирован рабочий. Пассажироперевозчиков обязуют повысить качество предоставляемых услуг. Сегодня состоялось заседание Комитета общественного доверия при городском маслихате с руководителями карагандинских автопарков. С момента повышения тарифа на проезд в общественном транспорте обращений граждан, недовольных обслуживанием, меньше не становится. Одни сетуют на длительное ожидание маршрута на остановках, грубость кондукторов и отсутствие единой униформы. Другие жалуются на разговаривающих по телефону и курящих водителей транспорта. Хотя при увеличении тарифов на проезд руководители автопарков заверили, что с повышением цен повысится и качество обслуживания. Однако на деле оказалось, что не все условия выполняются, рассказал секретарь городского маслихата Кабдагали Аспанов. В Караганде работают 11 перевозчиков, которые обслуживают 57 городских и 11 пригородных маршрутов. Отчитался заведующий сектором пассажирского транспорта карагандинского отдела ЖКХ Айдос Жакенов. В рамках заключенного ранее перед повышением тарифа с 30 до 50 тенге заключен меморандум, в рамках которого на сегодня уже приобретено 172 автобуса. Это в 2010 году 32, в 2011 году 108. И в 2012-м 32. По плану на текущий год еще планируется по меморандуму 100, всего в общем 108 автобусов должны привести. А также динамика повышения заработной платы водителей и кондукторов на автопредприятиях составила 19% в среднем по автопаркам после повышения тарифа. Повышенная регулярность движения в вечернее время. Вечернее время добавлены дежурные графики в направлении Кишахтинска. Однако жалобы от недовольных пассажиров не перестают сыпаться. Грубые кондукторы, не дающие билетов. Такие претензии предъявляют члены Комитета общественного доверия руководителям городских автопарков от лица пассажиров Караганды. Никаких капитальных вложений не надо для того, чтобы она попросила пассажиров: пожалуйста, гражданин, остановка такая, если вам чем-то надо помочь. То есть вот культура общения, ну, на уровне где-то каменного века. На что директор одного из крупнейших автопарков города Артур Григорян заявил, что кондукторов необходимо специально обучать. Есть хоть один вуз, который готовит именно специалистов для пассажирского транспорта, именно кондукторов. Скажите, пожалуйста. То, что вы говорите, не требует высшего образования. Достаточно одного психолога-консультанта, который бы проводил у вас вот эту всю систему анализа, разборки полетов, кто, почему, из-за чего конфликты. По итогам заседания городских перевозчиков обязали улучшить качество предоставляемых услуг и ожесточить контроль за осуществлением пассажирских перевозок. Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло в Карагандинской области. Вчера около 2 часов ночи в Нуринском районе Карагандинской области на одной проселочной дороге в 1 километре от совхоза Харой. 52-летний водитель автомашины ВАЗ-2105 совершил лобовое столкновение с автоприцепом груженного сеном трактора К-700 под управлением 36-летнего жителя совхоза Корой, передает пресс-служба ДВД Карагандинской области. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗ скончался на месте, а 23-летний пассажир с различными травмами госпитализирован в больницу поселка Киевка, где спустя несколько часов, не приходя в сознание, скончался. На данный момент по факту ДТП возбуждено уголовное дело. На руднике корпорации «Казахмыс» травмирован рабочий. Трагедия произошла в городе Сатпаеве Карагандинской области. Продолжит наш корреспондент. Вчера около 10 часов утра при проведении производственных работ куском горной массы травмирован участковый 84-го года рождения, который был госпитализирован. Кроме того, по данным МЧС, в тот же день в 11 часов в Петропавловске на территории асфальтобетонного завода компании «Дорожно-строительный трест СК» при проведении производственных работ оператор АБЗ 49-го года рождения получил травму руки и был госпитализирован. В Карагандинской области стартовало оперативно-профилактическое мероприятие по сдаче незаконно хранящегося оружия. При этом лица, сдавшие незарегистрированное оружие, освобождаются от уголовной и административной ответственности, сообщают пресс-службе ДВД Карагандинской области.
Акция пройдет с 19 по 21 июля. По вопросам добровольной сдачи оружия с последующей его регистрации или без регистрации, необходимо обращаться в территориальные подразделения органов внутренних дел по месту проживания. Добровольная сдача оружия будет проводиться на безвозмездной основе, в отличие от аналогичной акции, проводимой в начале этого года. Напомним, тогда, за 2 месяца, жителями области было сдано добровольно 1138 единиц разного вида незаконно хранящегося огнестрельного оружия. Между тем, сотрудники Департамента внутренних дел предупреждают владельцев оружия, что нарушение правил его хранения и ношения может повлечь административную ответственность. Дополнительная информация в сфере контроля за оборотом оружия размещена на официальном сайте ДВД. 14 июля 1997 года был принят и действует закон Республики Казахстан о нотариате, в связи с чем ежегодно в середине июля нотариальное общество отмечает данную дату как День нотариата. На сегодняшний день нотариату 15 лет. Как праздновали юристы свой праздник, расскажет наш корреспондент. 14 июля 1997 года был принят и действует закон Республики Казахстан о нотариате, в связи с чем ежегодно в середине июля нотариальное сообщество отмечает данную дату как День нотариата. На протяжении всей истории развития государства и права эта ведомость является составной частью правовой системы любой страны, поскольку реализована нотариусами функция, объективно необходимая и востребованная обществом. За прошедшие годы частный нотариат превратился в значимое и востребованное звено правовой системы государства, выполняющие задачи по защите прав и законных интересов граждан и юридических лиц. Сегодня мы отмечаем 15-летие со дня принятия закона Республики Казахстан о нотариате. Сегодня проводится торжественное собрание, посвященное этой дате. Коллеги наши, которые проработали, стояли у истоков развития частного нотариата, которые работают более 30 лет в государственном частном нотариате, награждены сегодня почетными грамотами министра юстиции, начальника департамента юстиции, Республиканской нотариальной палаты и Нотариальной палаты Карагандинской области. От ответственности и принципиальности наших нотариусов во многом зависит надежная защита законных интересов граждан, предотвращение споров, стабильная и гармоничная обстановка в обществе. В этой связи Департаментом юстиции Нотариальной палаты Карагандинской области на совместном заседании было принято решение определить и наградить лучших нотариусов Карагандинского нотариального округа. Грамоты лучшим нотариусам были вручены начальникам нотариальной палаты в торжественной обстановке и присутствии всех нотариусов области. Также высказаны пожелания успеха в дальнейшей работе и добросовестном служении закону, мудрого и доброжелательного подхода к разрешению каждой профессиональной задачи. Хочу поздравить всех своих коллег с праздником, пожелать им успехов, удачи, счастья, здоровья и благополучия. Жазира Абдраимова, Карат Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Глава государства в своем послании подчеркнул, расширить доступность спортивной инфраструктуры для занятия населением физической культурой и спортом. На базе стадиона «Шахтер» открылся спортивный комплекс для необычных спортсменов. Открытие комплекса в рамках программы «Доступный мир» состоялось благодаря поддержке городского акимата. Спортивная площадка станет центром занятий спортом для людей с ограниченными возможностями. Доступность им – корт для флорбола, баскетбольные, волейбольные площадки – а также другие игровые площадки, беговую дорожку. В дальнейшем мы будем добавлять специальные тренажерные, а сегодня мы говорим: добро пожаловать к нам на стадион «Шахтер» за удовольствием от занятий любимыми видами спорта. Наши спортсмены-паралимпийцы, к сожалению, в этом году не получили олимпийских лицензий, но это все в силу своих юных лет. Основные надежды связаны теперь с юношескими паралимпийскими играми. В области проводится целенаправленная работа по реабилитации инвалидов средствами спорта. Это в 9 городах и районах занимаются наши инвалиды, спортсмены-инвалиды. Это коррекционные отделения, это вот Special Olympics, и школа инвалидного спорта, которая работает, скажем, на спортивное совершенствование. Сами спортсмены рады новому комплексу. Обустроенные площадки, новые газоны – все это способствует только укреплению надежд на развитие спорта для людей с ограниченными возможностями. Если надежда есть, если будет хорошо. Александр Крылов, Тулеген Рашитов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский.
Караганде прошло рабочее совещание службы пожаротушения по вопросам внеочередной аттестации сотрудников правоохранительных органов. Всем участвующим в аттестации было сообщено, что приказ министра обратной силы не имеет, и в случае несдачи хотя бы одного из этапов будет поставлен вопрос о понижении в должности или увольнении из органов противопожарной службы. В данное время на утверждении находится состав членов аттестационной комиссии Карагандинской области. На этом наш выпуск подошел к концу. Помните, если у вас есть интересная информация, вы хотите ей поделиться, телефон нашей редакции остается прежним – 420649. Также оставляйте свои комментарии, отзывы и пожелания на нашем сайте, адрес которого сейчас видите у себя на экране. На этом у меня все. Всего доброго. Сабоунздар.